В доме семейного типа Луцкиных многолюдно. Глава администрации Ленинского района, представитель Беларусьбанка, директор Славянки. Гости дарят детям книги про финансовую грамотность, два современных компьютера и отечественный H-Book. Все это позволит приумножать знания. Век современных технологий без гаджетов никуда. Наш подарок – это возможность приспособиться к современным реалиям, получить какие-то знания и в то же время быть в ногу со временем, чтобы детям привить все правильное, нужное, доброе с самого начала. Потому что это те поколения, которые потом будут определять судьбу нашей страны. В этом доме живут 10 детей, 4 своих и 6 приемных. Игорь и Оксана Луцкие в свое время решились на ответственный шаг – стать не только многодетной семьей, но и родителями-воспитателями. О каждом ребенке здесь заботятся с трепетом и любовью. Мы очень довольны, ноутбуки и компьютер, будьте уверены, будут использоваться по назначению. Так что спасибо большое, огромное спасибо, нам очень все нравится, дети в восторге. Тем временем на бабушкиной крынке вручают подарки 11 семьям представителей БСЖ. Белорусский союз женщин ежегодно помогает многодетным и тем, кто нуждается в поддержке. В числе подарков – фирменная школьная форма от Славянки и наборы канцелярских принадлежностей. Мы хотим сегодня поднять им всем настроение, чтобы они шли уверенно, радостно, чтобы они улыбались, радовались. Это же наше будущее. То, что мы вложим, они-то со временем это поймут. Вот и таким же образом будут стараться себя вести. Очень приятно, что у нас в нашем городе есть такие организации, которые помогают семьям отправлять деток в первый класс. Многодетные всегда могут рассчитывать на помощь от государства. На каждого ребенка в этом году полагается по 109 рублей на подготовку к школе. Выплаты производятся по 15 сентября. Средства уже получили более 100 тысяч семей. Ольга Васенда, Елизавета Липеева, Дмитрий Шевцов, Максим Галеон, Камбо, Бруйск, 360.